Привет, девчонки, с вами Света Нейлс, и сегодня я буду делать дизайн с помощью фольги. Ну, не знаю, мне напоминает как-то вот под старину, что ли. Пусть будет дизайн под старину. И для этого я перекрыла ногти белым гелем. Можно белой полупрозрачной базой, можно и белой. Можно каким-то нюдом перекрыть. Но вот у меня белый. И на остаточную липкость мы наносим фольгу. Не жалеем, наносим ее много, практически на весь ноготь. Отпечатываем каждый пальчик, и потом мы перекроем пальчики матовым топом. Когда будете перекрывать матовым, возьмите лучше другую кисть, чтобы на основной кисти не остались блестки. И когда вы будете покрывать топом, вы как бы надавливаете на кисть, тем самым остатки блесток, которые на фольге, свободные, они, чтобы распределились по всему ногтю. Этот дизайн может быть как перекрыт глянцевым топом, он будет, да, такой блестящий, золотой, красивый, для осени самое то. Когда мы перекрываем его матовым топом, он более такой выделенный, вот эффект этот появляется под старину. Так что это может быть вполне законченным дизайном. Но я еще немножко порисую. Возьмите жены сиены, оранжевый, желтый сюда будет бледный, можно взять красный, замешать с коричневым и начинайте рисовать. Thank you.
вот вам идея осеннего дизайна в красках осени. Такие линии рисовать несложно, просто нужно немного потренироваться, и у вас все получится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!